Сегодня же во второй половине дня состоялась рабочая встреча по обсуждению законопроекта о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам медиации, в которой принял участие аким области Нурлан Ногаев. Как известно, действующий закон о медиации был принят в 2011 году, и сейчас он требует доработки. Закон не в полной мере учитывает мировой опыт и особенности Казахстана. Я, наверное, вправе задаться мыслью, а есть ли у нас своя казахстанская модель медиации? То есть вопрос, наверное, надо ставить, что мы должны определить, что такое наша казахстанская медиация с точки зрения правовой, общественной. Это элемент государственно-правовой системы, процессуальной системы, или это элемент общественный, элемент институтов гражданского общества? Потому что у нас есть и непрофессиональные медиаторы, да, которые фактически работают в общественном поле, как общественный институт. У нас есть и настолько глубоко требующие глубокой проработки вопросы правового характера, что я думаю, что, в общем-то, прежде чем вносить вот эти, используя отдельные элементы зарубежного опыта или еще какие-то моменты поправки в законопроект, надо в целом разработать концепцию, модель казахстанской медиации с тем, чтобы понимать, в каком направлении нам двигаться.